Аркаша и пылезавр. Однажды Аркаша остался дома один. Папа был на работе, Шурочка в детском саду, а мама ушла гулять с Кешей. Он решил поиграть в Нарнию. Для игры больше всего подошел высокий дубовый шкаф в коридоре. Аркаша давно к нему присматривался. «Кажется, ничего подозрительного. Сейчас проверю». Он открыл дверцу шкафа и вошел внутрь. Кто-то громко зевнул. «Кто здесь?» – прошептал Аркадий. «Я!» – ответил кто-то в шкафу. «Кто я?» «Пылезавр!» «Ого! Рад познакомиться! Хотите морковный сок с печеньками?» «Ага, ага!» Кто-то обрадовался. «Прошу вас!» Дверца шкафа открылась. Оттуда вышел Аркаша и протянул кому-то лапу. «Знаете, я сразу догадался, что вы древнее ископаемое, пылезавр. Не стесняйтесь, пожалуйста. Я понимаю, что ваши гребенчатые пластины стерлись под влиянием времени, но я могу все исправить». Пылезавр чихнул, выпрыгнул из укрытия и пошел обследовать территорию. «Вот», — Аркадий принес энциклопедию динозавров, — «хотите, я верну вам первоначальный вид? Это не больно». Предложение пылезавру очень понравилось. Он рассматривал книгу и смеялся. «Ага-га-га!» Аркадий поставил перед ним миску с морковным соком и принялся за дело. Что-то чертил, вымерял, вырезал, клеил. Пылезавр пытался подсмотреть. «Нет-нет-нет, пусть будет сюрприз!» — не подпускал его Аркаша. Наконец он закончил дело. Подошел к пылезавру и прикрепил ему на спину разноцветный пластинчатый гребень. «Как настоящий!» – обрадовался Аркадий и подвел друга к зеркалу. «Вау, вау, вау!» – закричал пылезавр, бросился к розетке, воткнул в нее свою вилку и загудел. Началась настоящая пылезаврская охота. Аркаша бегал по комнатам и показывал ему соринки. Пылезавр носился за ним и съедал все. Через полчаса в квартире наступила полная чистота. Есть было нечего. Аркаша разорвал несколько листов бумаги на мелкие кусочки, чтобы игра могла продолжаться. Пылезавр тоже их съел. Рванулся к лестнице, ведущей на второй этаж, но тут вилка вылетела из розетки, он остановился и затих. «Классно поиграли! Спасибо!» Аркаша был очень доволен. Он перенес друга в шкаф и решил никому о нем не рассказывать. Когда вернулась мама и увидела полную чистоту, она сказала: «О, тетя Аркаша, как неожиданно и приятно!» Аркадий улыбнулся. Ему понравилось оставаться дома. Он подошел к шкафу и услышал, как в нем негромко храпит пылезавр.